что тогда мне мешает, просто вообще, будучи там, я не знаю, либералом или фашистом, начать зарабатывать на коммунизме, потому что есть спрос на, это, на эти идеи. Но разве это неплохо? А я вот, мне вот, я уже зарабатываю, мне вот пришел к вам, меня кофе напоили. Так на чем я заработал? На коммунизме. Так вот, Энгельс, он сын капиталиста, сын английского буржуа. Он попросил у папы денежек, чтобы поехать в самую передовую страну капитализма, Англию, и написал книгу «Положение рабочего класса в Англии». Я ее, может сказать, последний прочитал из книг Маркса Энгельса. Такая тяжелая книга. Ужас. Убивает. Дети работают по 10, по 12 часов. Они же, между прочим, занимались перевозкой из Африки в Америку. Кого? Рабов. Там война север против юга, это война республиканцы, это были противники рабовладения, а демократы – это сторонники рабовладения. Вот они, демократы. Очень хорошее название.